теме летних ремонтов и подготовки к новому отопительному сезону. В Апатитах завершаются работы по замене трубопровода на проспекте Сидоренко. В ближайшее время подрядчик перейдет к новому объекту. На какой улице начнутся работы и что будет сделано, расскажем прямо сейчас. На улице Бредова капитальный ремонт теплосетей начнется напротив дома номер 26. Здесь заменен трубопровод, который снабжает теплом не только многоквартирные дома, но также детские сады и школы. Мы переложили все трубопроводы на данной улице. Там еще осталось у нас два участка небольших, скажем так. Это у нас в перспективе на будущие периоды. Вот. Ну и, соответственно, также будем применять предизолированные трубопроводы современные, повышать качество и надежность теплоснабжения в зимний и летний период. Чтобы начать ремонт трубопровода на улице Бредова, необходимо будет перенести остановочный комплекс общественного транспорта «Городской рынок». Эти работы специалисты проведут на этой неделе. Помимо комплекса мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону, «Апатитэнерго» также приводит в порядок территории, где из-за ремонтов ранее пришлось нарушить целостность дорожного покрытия. В прошлом году в этом районе «Апатитэнерго» проводились работы по замене трубопровода тепловые. Вот. В этом году «Апатитэнерго» было восстановлено асфальтовое покрытие, которое было повреждено при благоустройстве работ. Вот, как мы видим, парковку у нас восстановили. После завершения работ в следующий летний период будет восстановлено асфальтовое покрытие. Почему в следующий? Потому что грунт, который будет засыпаться, он должен дать осадку. Напомним, перед началом летней ремонтной кампании по поручению губернатора Андрея Чибиса Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области выделило муниципалитетам на подготовку к зимнему сезону субсидию более 80 миллионов рублей. И сейчас помимо сетей теплоснабжения работами в регионе охвачены также объекты электроснабжения. Они должны быть завершены к началу отопительного периода.